сейчас хочу пройти по Гоголевскому бульвару в сторону Пушкинской площади. Фридрих Энгельс. Голубь на голове сидит. Но это участь всех памятников. Птицы почему-то их очень любят. Садится именно на памятники. Не стала я ее снимать на набережной, потому что там, в принципе, сейчас все еще в замороженном состоянии. Поэтому чуть-чуть потеплее будет. Тогда схожу в ту сторону. Не успела. Там тоже переход есть, пройду чуть-чуть вперед и перейду дорогу. Там еще один есть переходик. Здесь я не успела чуть-чуть проскочить. Здесь, в принципе, не так уж. Вот не такой поток машин можно пройти. Они так в итоге пошли. В итоге такое удовольствие получили. Солнце было тоже. Ходили по слонам, там маленькие. Это Гоголевский бульвар. Это станция метро Кропоткинская. Я иду в сторону Пушкинской. Хорошая сегодня погода. Козленочек. Козленочек маленький. Хорошо, здесь везде есть переходы в сторону улицы. То есть можно идти по бульвару. Потом, если нужно, в том месте, в котором нужно, перейти. Я хочу посмотреть
что там приготовили к масленице. Посмотрим сейчас. Тверской бульвар должен быть как-то... Ну, сейчас посмотрим, что там. Не буду загадывать. Но к масленице, наверное, что-то там уже есть. С 1 марта будет масленица. С 1 по 8. Игрушки, вязаные крючком. Классно. Ёжики, котики, собачка. Лёха. Ого, красиво. Михаилу Шолохову. Красиво. С лошадьми. Афиша Крокус Сити Холла. Жара. Какого? 5 апреля, да? Точно. 5 апреля. Это в Микинино. Крокус Сити Холл. Там же, где торговый центр Вегас, у метро Микинина. Это фотография. Тверской бульвар. Вот он. Там Италия. Интересно, сейчас она есть или ее уже там нет. Сейчас посмотрим. Тверская улица, Тверская площадь. Манежная площадь. Улица Большая Дмитровка. Там, кстати, я не была. Это у Парка Победы на Кутузовском проспекте. Это Красная площадь. Якиманская набережная. Вот там тоже тоннель. Улица Арбат. На Арбате я на Новый год не была. Тверская площадь. На Тверскую площадь я схожу.
когда будет масленица. Там на масленице должны быть гуляния. Посмотрим вместе, что там будет. Такая уже весенняя погодка классная. Солнышко такое приятное. Гоголевский бульвар. Красивое здание такое. Если я не ошибаюсь, то впереди памятник Лермонтову. Может быть... Нет, а может быть... Нет, наверное, не Лермонтову. Наверное, Гоголю. Сейчас посмотрим. Я просто со спины его вижу. Посмотрю по одежде и по прическе. Наверное, все-таки Гоголь. Что, наверное, Гоголь. Хотя, кто знает. Сейчас сюрприз будет. Через два денечка весна.
Ну уже прям все такое весеннее. Ого, какой красивый. Цветочек, правда, тоже весенний. Такой холодненький достаточно. Ошиблась я. Так, здесь нужно как-то мне перейти дальше. Вот правый переход. Сейчас я перейду. А, ну правильно, господи, ну я, конечно, Гоголевский бульвар. Кому же это мог быть памятник? Естественно, Гоголю. Я что-то совсем стормозила. Если Гоголевский бульвар, то как можно было не догадаться, кому это памятник? Естественно, Гоголю. Красиво. Памятник, а вот он бульвар. Дом с мозаикой. Тоже очень красивый. Прям необычный. В таком восточном стиле. Интересно, где мне лучше пройти, с этой стороны или с той? Даже не знаю. Попробую все-таки с этой. Потому что, мне кажется, по левой стороне больше людей, там, значит, и переходов больше. Странно, что народ в основном здесь, метро. Ну, там, правда, переход, наверное, тоже к метро с той стороны есть. Арбатская площадь. Это Арбатская Художественный театр. Это улица впереди
Новые Арбаты. Вот Арбат. Улица Арбат. Кстати, можно... Да, пойду-ка я сначала, прежде чем идти на Пушкинскую, пройдусь по Арбату.